В июле 2021 года появятся три новые выплаты – беременным женщинам, вставшим на учет до 12 недель беременности и находящимся в трудной финансовой ситуации. Размер пособия – 50% прожиточного минимума для трудоспособного населения в регионе. В Туве размер пособия беременным женщинам составит 5 928 рублей. Заявление можно подать с 1 июля, но не раньше 6 недели беременности. Вторая выплата – на детей от 8 до 17 лет. Единственным родителю или при наличии решения суда о взыскании алиментов. В Туве размер пособий неполным семьям составит 6106 рублей в месяц на каждого ребенка. Заявление можно подать также с 1 июля, но не раньше 8-летия ребенка. Подать заявление можно самостоятельно, используя портал государственных услуг, либо по предварительной записи в клиентскую службу пенсионного фонда по месту жительства. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой у нас в республике призываем наших граждан пользоваться услугами электронных сервисов. А в случае, если данная возможность у граждан отсутствует, можно заявление подавать через местные администрации. А работающие граждане могут подать свое заявление через работодателя по каналам взаимодействия со страхователями. Пособие для школьников к началу учебного года, для детей от 6 до 18 лет, а при инвалидности или ограниченных возможностях здоровья – до 23 лет. Сумма выплаты – 10 тысяч рублей один раз на каждого ребенка, независимо от дохода семьи. Заявление можно будет подать с 15 июля по 1 ноября 2021 года. Выплата придет с августа по декабрь. Необходимо отметить, что пособия выплачиваются за полный месяц, независимо от даты подачи заявления. Айдана Хавлык, Владимир Шертук, Узел Сарык, Зерен, Тува 24.